Минус 2 от социальных сирот. Тверской фонд «Константа» помог маме вернуть детей из приюта. Женщина восстановила дом, который ее муж привел в нежилое состояние после развода. Подробнее у нашего корреспондента. Надежда развелась с мужем и четверо детей. Настя, Валера, Ксюша и Олеся остались с ней. Содержать всех девочек женщине было тяжело. Тогда она отдала двух младших в социально-реабилитационный центр, а потом их старших. Когда четверо детей покинули стены родного дома, здесь было невозможно находиться. Пленка вместо стекол на оконных рамах, холод и ветер из щелей в стенах, темнота из-за отсутствия электричества. В таком доме оставил Надежду с детьми муж после развода. Муж тут беспорядки навел, я выпускала два раза. Первый раз я сделала ремонт, я выпускала. Жалко мне было, мне где было находиться. Потом опять пустила, что уже ни окон, ни двери, можно сказать, не было здесь ничего. Мебель пришлось все потом выкидывать, то, что здесь было. В общем, ничего не оставила. Проводку сняла, ничего не оставила. Все по новой сначала приходилось делать. Надя уехала на заработки в другой город, откладывала деньги для скорейшего воссоединения семьи. А потом получила государственные выплаты на детей и начала долгожданный ремонт. Старших детей Валеру с Настей удалось забрать после того, как женщина отремонтировала печь, восстановила электричество и водопровод. Частично сделала косметический ремонт. Оставалось вставить окна и обустроить комнату для младших дочек, но на это средств не хватило. Возвращение девочек домой отложилось на неопределенный срок. Фонд «Константа» помог завершить восстановление жилья для детей. Пластиковые окна, потому что дом продувался, да, поступили. Но когда я выехала в семью с сотрудником центра, я увидела, что самая-то главная проблема, что девчонкам негде спать. Был объявлен сбор. Сбор прошел очень быстро. И, грубо говоря, там весной они поступили нам в работу, а в июне мы уже, в начале июня, мама забирала своих девчонок домой. Сотни людей внесли свой вклад, и проблема социального сиротства в отдельно взятой семье была решена.